Новым заместителем акима города Темиртау по социальным вопросам назначен Нуржан Жетвизбаев. 26 октября в городском акимате глава Темиртау представил коллегам нового члена команды. Нуржан Романович, потенциал большой, опыт работы достаточен. Необходимо, значит, особую работу «Непочатый край». Готовьтесь сразу же. Завтра аппаратное совещание, ваш доклад будет. Сегодняшний весь негатив уже сразу же переходит на ваши плечи. Сами берете, докладывайтесь по каждому пункту. После знакомства аким города показал Нуржану Аргыновичу рабочий кабинет и пожелал успехов на новом месте. Отметим, 30-летний чиновник начал свою деятельность в 2013 году председателем Карагандинского областного филиала молодежного крыла «Жас Атан». Затем работал руководителем областного управления по вопросам молодежной политики. Нуржан Жетпизбаев пообещал, что к своим должностным обязанностям будет относиться ответственно. Будем заниматься вопросами социального благополучия населения, самочувствия населения. Очень много разных проблем, которые требует непременно быстрого решения, быстрого реагирования. Поэтому, как озвучивал глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, постоянно будем находиться на контакте с населением и будем стараться решать. Безусловно, прошу огромной поддержки темиртауского народа, населения, чтобы вместе, сообща, решать все эти задачи. Сергей Баданин, Кристина Кириченко, Максим Ломакин. Новости Темиртау.